Эй, ты пропустил начало? Лагерь Кьюэт вырастал, как снег по весне, когда мы пришли. Отсюда начнем выступление. Ну, видимо, нет. Или да. Да, отсюда, и мы уже готовы. Воины Харальда на своих местах, только дай приказ. Да, но прежде у меня есть просьба. Лучше. Позвольте Эйвор бросить вызов Кьот в ворот крепости. Бой насмерть, один на один. Ты хочешь этого? Кьот отнял у меня отца, и честь и славу я их верну. Вопрос чести каждый решает сам. Если Кьот умрет до начала битвы, тем лучше для нас. Ну, дядя, получается. Хорошо, давай прикончим. Лучше еще выжди. Не-не, давай. Сегодня мой клинок, как острые ножницы скульт, обрежет нить судьбы Кьетве. Хорошо сказано, воительница Скальд. Надеюсь, мы услышим, как об этом сложат песни. Как они, блин, не мерзнутые? Они не особо тепло одеты, а тут явно около нуля. Эйвор, поговори! Басим, Хайсом, это не ваша война, но вы сражаетесь. Это странно? Странно, потому что ты не права. Наш клан, незримый, веками вел борьбу против ордена Кьютви. Интересно. Вы прибыли к нам, чтобы убить Кьютви? Сами? Да, точнее, чтобы Хай сам мог его убить. Мой ученик уже много месяцев изучает свою цель. Вот почему он обиделся на меня, то, что учитель Кинок отдал слова Кьотве. В других землях так велика? То есть репутация. Не его слава, а слава Ордена, в котором он состоит. Орден — это клан, враждебный нашему. Хайсом, я не хочу проявлять неуважение к незримым. Но Кьотве убью я. От этого зависит честь моей семьи. Понимаю. Важно то, что Кьотве сегодня умрет. Этого хотим мы все. Мне кажется, Хай сам явно недоволен, ребят. Он явно у него злобу затаил, обиду, потому что он готовился, он изучал месяцами, а сейчас приходит какая-то тянка и берет и мочит его цель. С другой стороны, мы много лет таим обиду на Кьотве, так что... Тут как бы сложно сказать, что справедливо, а что нет, да? Да, орлы? Орлики, бей. Орлыкс готовится. На удивление, очень много тянок, кстати. Бей. Бей. Би, орлики, делай би, извините, спонс. Опять сегодня 6 часов, поэтому немножко вялый под вечер. Кьотве, 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 Кьотве! Сейчас мы захват крепости, вот это по красоте. Сигурд, сын шлюхи. Это же ты подкрадываешься к моим стенам в ночи, как вор. Сразись со мной. Это мой бой, Кьотве. Сигурд пришел лишь посмотреть, как будет пировать мой ворон. Вы гляньте. Сестра Волка, боже, снова попытается сокрушить меня. В этот раз будет нормально, у меня клинок есть. Это позор моего отца. Но я верну честь, что ты отнял. Да будет Хольмганг! Здесь! Я вызываю Кьотве! Ты будешь просить пощады, как твой отец, сестра Волка. Вопить, как вопила твоя мать. Сейчас по красоте будет, орлы, готовьтесь. Мне, кстати, нравится вот эта иконка, которая... Ой, ты твою! Ты слаба, как твой отец. Давай, последний момент, видите, что я сотворил? Нет! Мне оружие не нужно! Это твоя главная ошибка, чел, ты... О, нет, это его не ошибка. О, видели, что я сделал, да? Ай, ай, я тупанул! Нет! Я дважды отпрыгиваю. Танцуешь лучше, чем дерешься. Ай, не успел, хотел чуть-чуть еще хпшки у него отсосать.
Он мне как-то первый, А, нет, слушай, сложно оказалось. Или может быть так задумано? Может быть так надо? Нет, так не надо. Вставай. А, так надо. Вставай, Эйвор. Тебе рано умирать. Постой, это Один! Чего? Почему ты все еще жива? Мы не одни, Хьюти. Вся отец наблюдает. Ты, видимо, это по сюжету? То есть я по сюжету должен был умереть. А что, если бы я не умер? Мой клинок выпьет твою сон. Я скормлю тебя волком! Ой, он меня все-таки царапнул. Черт, я не был на прямой линии огня с этим Кьотвиком. Кьотвик, иди сюда, малыш. Кстати, я вижу две полоски, у него еще, видимо, выносливость есть, но она какая-то такая. Я еще знаю, у нас со спины есть способность наносить больше урона, хрен ты ему за спину зайдешь. Все, взад, идем взад, идем взад. Давай, давай, да, Кьотви, давай, Кьотви жестокий. Не такой уж ты и жестокий, да, Кьотвик? Маленький, я его Кьотвиком знаю, потому что он типа он мелкий, знаешь, жалкий Кьотвик. Мелкая сошка. Так, слушай, уже как-то стыдно становится. У меня хилок нету вообще, все прям очень плохо. Давай, 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 ну давай. Опасно, ну давай. Ну, о нет, меня отымели. Черт, да сейчас голову мне откусят. Как-то не так я себе, ну как бы. Сложный босс, ребят, вы сами попробуйте его убить, вы поймете о чем. Очень сложный босс. Я бы сказал, это сложнейший босс за всю историю боссов, с которыми я когда-либо дрался. О, прикольно. Мне нравится этот туман. Я как будто из мира духов сейчас телепортируюсь в реальный живой мир. Опа, хопа, хопа. Ну давай. Я такой плечистый, я себя каким-то жоже чувствую. Кьотви, что ты творишь? Он меня в яму скинул. Вообще неожиданно. Не было раньше такого. Что происходит? А это... Не, чувак, тебя убьет. Хайсам! Чувак, нахрен, зачем ты полез? Он думал, что он самый умный. Обосрался. Именно поэтому учитель и доверил убийство мне. Потому что он понимал, что я сделал грязный лов, Каиба. Ты прям дочь своего отца. Ой, блядь! Он меня прижал к углу, я ничего не мог сделать. Да бля, морожку хотел собрать, чтобы подлечиться. Не, босс действительно сложный. И это, видели, Хасатка руку держит. Не получил. Босс действительно сложный. Я еще играю на нормальной сложности, прям тяжело. Ну, без лечилок, потому что мы можем носить одну лечилку. Так, да что ты делаешь? Ты меня трупом решил убить? Да блин, я не успеваю на реагировать, потому что мне не приезжают, что у меня топоры ВЛЧ-зные. Я не успеваю ничего сделать. Ай, да твою мать! Я бы только ударить! Ты, сука, что же за пиздец? Я только ударить хочу, он меня уже раскид... Возможно, у меня какие-то проблемы с тем, что я вас стесняюсь, ребят. Можете не смотреть? Как только я понимаю, что я этот момент вырежу из записи, я начинаю хорошо играть. А, давай. Да твои, я не знаю, вот именно когда я записываю, мне вся не везет. Как только я понимаю, что так, этого записи не будет, у меня сразу полоса везения включается. Я успел, да? Кстати, стрелять из лука бесполезно. Ай, да блин, я же сжал уклониться. Чё ж за жизнь-то такая? Я честно жал на уклонение. Да пиздец, я вообще не могу с ним драться. Это нереально, слушай, это невозможно.
Я чувствую себя перегретым, у меня мозг немного потек через ухо. Встань, Эйвор. Пробудись. Мне кажется, это галлюциноген. Один? Что тебе нужно от меня? Почему Один ходит в какой-то темной рясе, блин, каким-то болотом? Маспет принесет тебе славу. Получи же свой трофей! Постой, то есть это как с тех самых ассасинов? Все ради. Ради твоего отца и его бессмысленной жертвы. Один карает. Один молодец. Узри плоды нашей войны, Эйвор. Рожайте от мертвых поколений. Имена неизвестны. Все бессмысленно. Нет. Мой клан не будет забыт! Это сцены после смерти главных злодеев, как было в ранних ассасинах. Блин, такая ностальгия. Я бил сухомок, сделал все, чтобы выжить. Единственное, что ждет нас в конце пути. Одна лишь тьма. Что-то меня тоже горы запершило. Если это не ворона оттуда хочет вылезти. Представьте, у вас изо рта вылезает ворона. Лучше бы она там влезала, жареная. Ну, это ладно, это детали. Первый босс, первый килл. Клан Ворона! Вы обречены! Идите же, прямо в горнило своей гибели. То ладно, вашего босса убили. Твой отец мертв, Горм. Долго плачен, открой ворота. И мы тебя пощадим. Иди валяйся в дерьме, лучники. Цельтесь. Ворон, убейте всех! Лучники, стрелы. Я щит держу, а что делать? Замок можно сломать изнутри. Член шлама, золотой член. Подождите, Арл, мне нужно золотой член одеть. Так, сейчас найдем, сейчас где он. Это будет забавно, то есть мы придем в шлеме отца вот этого чувака. Вот он. Я теперь в лучшезном шлеме приду. О, вот, идеально. Штурмуем! Мужчины, посторонись, мужчины. Посторонись, мужчины! Вот это мне нравится, захват крепости. Вылучшезно. Умопомрачительно, орлы, умопомрачительно. Потрясающе, да. Мужики, давай, тупим дальше. Захват вылучшезный захват крепости. Такого не было со времен Assassin's Creed. Такое было. Я вообще не знаю, что сейчас произошло. А, мы кинули топоры по спецспособности. Так, все внизу, тут наши уже мужики. Мужики! Мужики, бей, орлики, бей! Орликс, гоу, бей! Я себя чувствую, так вот мы с орлами вместе крепость штурмуем. Вот это мы по красоте сделали. Yes, минус 3. Отличительная черта, эти мужики все в шлемах, а наши без. Наши ничего не боятся. Наши танки грязи вообще не боятся. Можно не мыть. Ой, я, кажется, голому кому-то съез. Забавно. Давай. Минус? Давай, еще. Ес минус. Кстати, лестница. Слюнтяя. Я слюнтяй, что ли? Не слюнтяй. Наши мальчики молодцы. У меня самые вкусные мальчики на селе. Мои мальчики самые сладкие здесь. Мои мальчики. Боятся на стену открыть ворота! А, точно, я же ворота должен открыть. Я и забыл, я тут веселюсь, а сама цель проникновения какая? Ворота открыть. Все, пацаны, ворота открыты. Проходите. А наши пацаны уже внутри как бы.
Один с нами! Отоприте последние ворота. А, еще главные. А мужики-то наши, они уже внутри. Кому ворота отперли? Каким-то воображаемым людям. Слушай, там еще враги остались. Враги просто все бегут. Наши враги, они все перемешки. Мне не нравится, как вы тупят немножко. Искусственный интеллект немножко тупит. Боссы слишком умные. Искусственный интеллект немножко напрягает, скажем так. Ну прикольно, эти разбивающие щиты. Не знаю, просто играть кайфово. И вот эта сцена в конце убийства. Ой, это несущий горе. Это типа босяра, да? И ес минус 3. Нужно убить босса. У-у-у, злой какой. Ай-я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 й. Ой, твою блин. Че с ним? Ты помог, что ли? Под пьяным Балтик выпил. Во все стороны бьет. Попасть не могу, ребят, контроллер PS4. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, под него полез, я думал, он уже устал. Так, а это я устал, у меня нет выносливости. Ща будет! Все, пора его поиметь! Откуда эти молотки вообще беру? Чувак стал просто черным. Собрать золотую малину. Малина чудная, малина. Поехали наверх. Мы просто перелезем эти ворота. Казалось бы, ну, чисто исторически не очень это правильно было делать. С другой стороны, нормально. Открывай врата. Не пиху. Жерели пиху. Все, наши. Мои мужики внутри. Все, сейчас мои мужчинки всех покарают. Мы сочные мужчины. Захват сочной крепости. Видите, наши бегут. Штурмуем! Штурмуем! Сочнейшие мужчины уничтожают крепость. Самые лучшие мужчины. Мужики, пропустите, у меня пропуск. У меня проходка есть, Орлы, проходка. Проходка есть, мужики, хватит. Проходкой принято пропускать. Эх. А в этом году мог бы быть Игромир, чуваки, а я даже на виртуальный не пошел. Мне кажется, никто не был на виртуальном Игромире. Опа! Ассасин убит. Видели ассасинский килл, какой я сделал красивый? Смотрели, да, в этот момент? Все, мы сейчас врываемся. А, собрать подзушную морожку, морожку надо собрать. Вот момент, когда ты собираешь ягоды. Слушай, на севере, кстати, ягодки прикольные. Плюсы быть викингом. Вообще, плюсы того времени. Можно взять было ягоду, сорвать и все. Вот тебе еда. Вообще не надо ничего делать. Можно ягоды есть и рыбу. Хотя сейчас так тоже можно. Тоже запретит. Орлы, хотели бы жить в лесу и просто кушать ягоды? О, у них тут... Как-то у них тут грустно. Ты так предсказуемо своей погоне за местью. Ты лишь тень своего отца, Горм! Ты слаб и глуп! Ты сгоришь, и ветер развеет твой прах! Ой. Ой, кажется, что-то идет не такое. Мужик, ты где? Я тебя не фиксирую. Покиньте здание. А, покинуть. А, ну я правильно то иду. Вот можно тут здание покинуть. Так, я не могу, у меня не работает графика, вот, все, подожди, сейчас, погоди, все, вот, получилось. Все, батя вышел из здания, ну, в процессе. Этот трус бежал, его отец умер дважды сегодня. Черт возьми, вот, понимаешь, вот трус взял, свалил. Никакого уважения. Ненавижу, он меня бесит. Но мы отомстили за смерть отца. Мы молодцы, крепость Хьотви. Я только что покорил крепость, Орлы. Только что минус крепость.
Эвер, довольно! Пусть трусов ходит. Нет, го побежим, убьем его. Хотя ладно, ладно, игра... Как я понимаю, игра не предполагает такого исхода, ну да ладно. Эйвор, дыхание битвы на моем челе. Эту ночь воспоют скальды! Мы выиграли битву, но Горн сбежал на север, во владение Харальда. Пусть бежит. Этот побитый поросенок. Его отец мертв, а клана больше нет. Рюкфюльки принадлежит нам. Дальше Англия. Беззубый щенок может стать свирепым волком. Эйвор, постой, послушай. Ты вернула себе честь. Радуйся победе. Завтра мы будем праздновать. Ты прав, брат. Ты всегда прав. Гутормо, отправь весть о нашей победе своему племяннику. Я уже это сделал, Сигурд. Он будет более чем доволен пригласить вас на свой Альтинг в Алькерстаде. Скажи, что мы придем. Распаленные с песней славы на усах. Слушай, мне кажется, будет подстава. Води дружбу с королями, у тебя будет корона. Если так угодно Норнам. Возьми здесь все, что сможешь взять. Я доставлю отцу весть о победе. Прежде чем он отправится на Альтинг. Знаю, Сюмин. В другой раз. Жестокая судьба. Не, ну а что, по красоте? А что теперь? Доберитесь до Алерикстада. Слушай, сложный норвежский язык. Видим право на порождение. Глава 4. Ошибка сетевой. Что? Ладно. Хорошо. Сейчас я тут все облутаю, и мы встретимся уже, ну вы понимаете где. А тут есть и красивые места. Я просто хотел посетить некий водопад. Знаете, зачем? Там есть сокровище. Давайте мы ее вместе посмотрим просто из-за внешнего вида восприятия ворона. Нам оно не нужно. Тут так понятно, что сокровище где-то внутри. О, это какой-то новый спецприем. Слушай, я... Вода очень классно в этой игре исполнена. Намного лучше, чем в Одиссее. В Одиссее вода была такая, знаете, простенькая. На уровне Origin. Хотя в Origins тоже было так классно. Не знаю, вот как-то эта команда, которая разрабатывает разрабатывает Origins, она как-то получше. Вот команда, которая делает Одиссею и Синдикат, вот они вялые ребята. Они, не, у них бывают очень хорошие моменты. Не знаю, у них и постановка обычно проще. Персонажи картонные. То есть я знаю, многие люди любят Одиссею, считают ее хорошей игрой, но я считаю, что все ассасины сделаны той командой людей, потому что сейчас ассасин делают две команды, они так себе. Это чтобы выпускать их область недоступна, что значит недоступна? Смеешься надо мной? Мне плевать, что они доступны. Это мне насрать. Ярость Хельхейма. Хельхейм это где? Это где холодно или жарко? Не могу вспомнить. Так, ну, видимо, это где... в приступе ярости повалить противника на землю, обрушится на него град ударов, чтобы терять равновесие, перемещайте... мне нравится такое пожилой скалопендре. Давай, это мне надо. Я доволен. Пойдем назад. Кстати, ребят, ты из Ubisoft учли? Можно ставить много меток, то есть я не знаю, сколько я не буду испытывать максимум, но много. А то, что мы нашли, помечается крестиками, что типа вот мы тут были. Видите, вот тут помечено крестиком. То есть, если ты что-то уже нашел, ты точно знаешь, что все, мне этим заниматься больше не надо. Еще есть некие артефакты, всего три в мире, так что, ну, на этой части карты, поэтому. Ой, пизда, сейчас будет, блять! Я жив! Игра сломалась, но я живой! Еще мне нравится мокрая механика с мокрой одеждой и снег. Не, прикольно выглядит, хорошо сделали. Вот, то есть видно, что игра сделана не то, что с душой, а именно качественно, именно хорошо, с вниманием к деталям. Слушай, вот именно вот эти брызги на экране, эти дуновения ветра, когда ты плывешь на корабле. Слушай, вот почему, оказывается, можно сделать хорошую игру про ассасина, и чтобы это было не стыдно. Если эту игру разнесут в прессе, будут оставлять негативные отзывы, я разнесу всех. Вот просто скидывайте мне, говорите, вот этот человек, или там этот канал, или это издание, неважно, там Storm Game, Игромания сделали негативный отзыв, говорят, что вот этот ассасин плохой. Я буду разбирать эти видео и объяснять, почему они не правы. Я новая Этипедия.
О, нет, карта сокровищ. Я ненавижу сокровища. Я не буду это искать. Все, я... Нет, карта сокровищ, до свидания. Сокровища я искать не буду. Нет, нет, не. Потом, может быть, поищу отдельно, когда гайды выложат в интернет. Никогда не искал сокровища в Ассасине и искать не собираюсь. Единственное, что эти секретки немножко мне не нравятся. С одной стороны, да, приятно собирать эти гоньки на карте. С одной стороны. С другой, я не чувствую какой-то огромной нужды в этом. Ну, то есть, я вот, я играю, у меня нет ощущения, что это вот прям мне надо, вот, знаешь, что мне надо вот это делать. Нет такого ощущения. Скорее, есть ощущение, что, ну, я могу это делать, а могу не делать. И, в принципе, да, там всякие ништяки есть. Так, слушай, я, наверное, к королю, да, не поп, я поплыву лучше, потому что вот эта гора нас разделяет, и вот эта гора... Не, ну можно, конечно, поехать в горы, посмотреть как... Слушай, а почему бы и нет вообще? И откуда не возьмусь, у меня худой... Блин, конь худющий, его не кормят, что ли? Кстати, не знал, что у викингов были кони. У них были кони? Ну, то есть, Норвегия же, ну, такая страна гористая, то есть, куда ты там на коне поедешь? Ну, я никогда не слышал, что викинги разводили коней. Тут же пастбищ нет, у норвежцев же проблема была, почему они в Англию поехали, что? Пастбищ-то нет, пасти негде. Хотя, или были, ну, вот видите, о, волчара идет. Не, я не хочу их атаковать. Пусть животный мир резвится, а как ускориться? Я хочу ускориться, быстрее. И поедем через горы. Я, если что, сюда... Это не орлиная точка, но... Просто я вижу большую гору, залезть хочу. Мне все равно, зачем я это... Я не знаю, зачем я это делаю. Просто там орел летает, я хочу на эту штуку залезть. Ну что, пару минут и залез. Не знаю, зачем я это сделал, но... Ну, мне захотелось. Вообще, надо либо туда, либо куда-то туда километр переть. Но тут же на коне ехать можно, ты смотри. Тут вот тут люди ездят. Вот дебилы. А, я на гору полез. Зачем-то. Просто так. Серьезно, я просто так полез на гору. Без всякой причины. Просто вот, слушай, я изменяю, я себе изменил только что. Просто у меня такое есть, ну, кредо по жизни, знаете, как кредо ассасина. Что я все делаю, ну, как бы у меня всю жизнь все обусловлено. То есть, если я что-то делаю, значит, на то есть, как бы, ну, причина. Даже самая там не банальная, простая, тупая, но она есть. Здесь, я не знаю, я не могу объяснить свой поступок, просто мне захотелось. Знаете, как хочется бывает бургер из Бургер Кинга, и ты такой, хочу. Вот это было то же самое сейчас. Просто захотел. Ой, орлы, лисичка залагала. Давайте пом... Блять, у меня стрел нет. Твою мать, ты не умираешь, что ли? Ну, мне приходится из-за того, что стрел нет, лису избить. Куда она делась? А в скалу, блин, умерла, убежала. Лисичка, вернись. У меня стрел нет, иди ко мне. Иди ко мне, милая. Иди, я тебя отпижу ножкой. Чуть-чуть осталось, два удара. Давай. Топи за лесой. Да твою мать, кляча тупая! Давай! Да! Все, уже убежала. Евген живодер. Я не живодер, я... Это естественный отбор, либо я, либо лиса. В реальной жизни... Не, в реальной жизни я бы так, конечно, не поступил, но эта игра... В игре можно. Ребята, они виртуальные. О, еще ли... О-о-о-о! Не, все, я свою ошибку повторять не буду. Все, бегите, лисички, пока что будете жить. Евген убийца лис. Евген охотник на пожилых лис. Ты смотри, городище нашел. Бля, красивый. Так, сейчас главное не умереть! И не застрять в текстуре. Хопа! Тяжелый случай. А? Кажется, что-то пошло не так. Это очень тяжелый случай. О нет. О нет, мы умерли в текстуре. А как же хотелось, да? Как же хотелось жить. У меня сферический конь в вакууме, давай. Я просто сейчас постоянно слышу эти разговоры про некого сферического коня в вакууме, который никто никогда не видел, но все знают, что он есть где-то там в вакууме, в сфере летает. Так, сейчас нам предстоит, сынок, долгий спуск вниз. Давай. Я пришел, я с горы слез, я пешком сюда дошел.
Я не знаю, чувствую гордость за себя, то есть я не пошел легким путем. Я пошел именно максимально трудным, максимально странным путем, но при этом у меня все получилось. Так, слушай, там внизу вот эта книжечка, еще один скилл. Я попробую каким-то образом его получить, он, скорее всего, раз он внизу, значит, должен быть проход в пещеру где-то здесь. Мне очень нравится музыка, ребят. Пойму, это что там, это бумажка какая-то. Это шанти или что это? А, на дереве, во, на дереве, может быть, это песня, вы знаете, как шанти были в четвертом ассасине? Наверное, это то же самое. О, она улетает! Эй, ты куда? Вернись! Вернись, быстро! Я приказываю! Это приказ, солдат, развернись! Развернись, еще листья оставят, не листья, в лицо прям летят. Быстрее, ну, ну же, ну, 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 ну! Оно как будто издевается и просто, вот, знаешь, просто летит. Да куда? Ну... Блин, я твой мир топтал! Вернись уже! Получен набросок тут... Это набросок татуировки, я за ним бежал! Ой, все, где тут сюжет? Ребят, здесь сюжет, ну какая... Где кнопка начать сюжетную миссию? Я добегался, все, смех хватит. Я просто не знаю, вот именно в этой игре почему-то мир пока исследовать не... Я хочу исследовать мир в будущем, я это, ну, делаю вот сейчас, вот через гору перелез. Но... Так, найти Сигурда. То есть, по идее, Сигурд где-то тут. Ну, пойдем искать Сигурда. Так, смотри, какой-то доп-квест нашел. Давайте его выполним. Ну, просто вот, просто потому что мы можем, буквально. Мне интересно, какие тут доп-квесты есть. Их мало, как я понимаю. Моя любовь вздымается, словно само древо жизни. В Алекстаде все предаются любовным утехам так громко. Нет, просто мой муж не может доставить жене радость. А, он стар? Нет, он еще молод, раньше все было иначе. Во время набегов мы были неразлучны. Вы любились во время боя? Первый раз у нас был в горящей деревне, потом нас заставили... Прикольно люди тут развлекаются. Прекратить, молота отвлекает. Любовь жарче, когда смерть близко. Вы пробовали вспоминать те времена? Да, но говорить об этом мало. Нужны ощущения, запах. Запах трупов, да? Значит, на ложе вам нужно почувствовать пыл боя. Ты поможешь нам изобразить набег, и пыл увлажнит мое лоно. Идем, скорее скажем мужу. А как я один изображу набег? Я только... Что ж, ладно. Я должен помочь им с кексом, понятно. Бери оружие, могучий викинг. Идем в набег. В набег? Сейчас? Начнем пляску крови, напои меня пылом любви. Еще она такая здоровая. О, oh, да, yes. Да, вперед, викинги! Можешь начать кружить все вокруг, давай. Это... А ты кричи погромче, как в настоящем бою. То есть они будут ебаться, а я буду... Занято, но не возбуждает. Да, не похоже на набег. Может, вам нужен огонь, как в первый раз? Да, сожги наш дом! Сожги его дотла! Ча, подожди. Ой, у меня стрел... У меня проблема, ребят, стрел нету. Как я вам дом сожгу, если у меня стрел нет? А, нет, серьезно, я не смогу сжечь ваш дом без стрел, погодите. Может быть, это стрела? Ребят, я попозже вернусь. Ладно, я стрелы найду и обязательно вам помогу. Но, может быть, нет. В общем, да, интересные, конечно, у викингов были развлечения. Да, Орлик меня привел к заданию. Ну как, Орлик? А, моя шейка, орлы, шейка, матки. Ты добил чего хотела, Эйвор, но что-то как будто омрачает твою радость.
Как будто жизнь не хочешь. Горм здесь с остатками своего клана. Как этот тролль посмел сунуться? Не время для этого. Здесь действует перемирие. И Горм слаб, он ничего нам не сделает. Да, он, видите, весь побитый. Жалко смотреть. Да нормально. Он всего лишь пятно на штанах отца. Я его уничтожу. Пятно на штанах отца. Какое, коричневое или желтое? Не сегодня, забей. Пятно какого цвета? Это очень важный вопрос. Басим, проследи, пусть хорошенько согреется. А иду отца я провожу до его до длинного дома. Как скажешь, хлебушек такой вкусный, я бы такой поел. Как там Хайсам? Былое здоровье ему не вернуть. Хорошо, что ты сделала то, что не удалось ему. Решимость помогла. Ты не видел у Кьотви особый знак, серебряный, размером с ладонь, с изображением ясеня. Возьми. Продай дороже. Я знаю, где лагерь Горма. Если хочешь встретиться с ним наедине, могу научить одной уловке. Уже ищешь себе новую ученицу? Ладно, давай. Что мне делать? Плащ послужит тебе покровом. Смешайся с толпой, станешь заметной. Прячься на виду. Учит меня быть ассасином. Значит, так вы действуете в своем братстве, вот что скажу. Подкрадываетесь, жертвы убиваете на месте. Твои слова меня смущают. Мы ищем справедливость, мы пастыри воли, прячась во тьме. Мы служим свету. Думаю, ради чести не стыдно иногда прибегнуть к обману, а Горм — пятно на моей чести. Да, посмотрим, как можно его вывести. Попробуй. Освещение здесь классное, графическая игра выглядит. Ну, видно, что делали ребята, которые понимают, что делать. Прежде чем ты войдешь в лагерь, расскажи еще кое-что. Ходить незамеченным по территории врага — это искусство. Когда ты в капюшоне, тебя не замечают издали. Держись подальше от любопытных глаз, и тебя не увидят. Не обнажай лезвие, резкие движения привлекают внимание. Я примерно так же по улице хожу. Слушай, это меня, зачем меня копировать, а? Ну, идем за бассейном. Так. Тут целое меню. Чтоб трюк удался, одень капюшон. Ой, оружие пропало. Было бы классно, если бы она разворачивала капюшон и оружие бы пряталось. А так получается как-то, как будто кривая анимация. Смотри, вот тут есть медитация. А еще раз. И просто щит пропал, мне не нравится. Горн там, в том лагере. Мне интересно, почему на человека врачи меньше обращают внимание? Мне кажется, в современном мире обращали бы даже больше. То есть на меня никто не нападет. Это же надо, кто же пьет мед? Ну голодный желудок, если что, это, ну, вы понимаете, какой мед, да? Надо же что-то съесть перед тем, как пить столько. И как все прошло? Коря сытого Ну, немножко тупану. Я думал, что я совсем прям невидимый буду, что я типа смогу. Но, видимо, нужно было идти еще медленнее. Ну ладно, ничего, ребят, я викинг. Мне, понимаете, стелс не моя стихия. Кстати, тут нету и доп. Условий миссий. Хотя этого нет вроде со времен. Вот это, блин, вот это сейчас был бой. Это мне так понравилось. Так оно мне понравилось сейчас. Ребят, девки просто вы такие, ой, пойдем-ка мы отсюда, пока нас не... ребят, вас... Сколько вас здесь? Нет, из плюсов, орлы, мы прокачаемся. За стелс бонуса бы не дали. Это баба, что ли, по голосу? Так, слушай, ты нарываешься, да? Надо было новый прием попробовать, но я чисто по инерции нажал вот кто что нажал. Ладно, мы внутри.
Приветствую всех, кто и всех идущих на смерть. Эйвор! Жалкий трус! Бери оружие и пойдем отсюда. Пусть Один рассудит нас. У нас перемирие. Так что, Хель, тебя и твоих богов. Что скажешь на это? Что, Хель? Он сказал не Хель, а нахуй тебя. Идти твоих собак. Ой. Перемирие нельзя нарушать, иначе тебе придется уйти из Айрекстада. Я вас не потревожу. Ты был рожден бесчестным мерзавцем, Горм. Твое место в самой глубокой выгребной яме Хель. Продолжай, Эйвор, так ты станешь легкой добычей. Кажется, что-то пошло не так, да? Альтинг начался. Нужно найти Сигурда. Альтинг? Слушай, тут явно что-то есть. Это какие-то... опять вот эти татуировки. Блин, я не знаю, хочу ли я искать какие-то татуировки. На самом деле, нифига не хочу. Поэтому мы пойдем на задание дальше. И мы там. Да? Все, да. Оно загружалось. Просто это PSP шире, понимаете, сразу загрузить нельзя. Ох, шите загрузки. Наверное, не буду, конечно, их вырезать в монтаже. Они такие уж длинные, но тем не менее. Вот загрузки. Тот момент, когда ты понимаешь, что PS4 Pro, я помню, я ее купил, и казалось, что, блин, это прям верх вот этой вот всего. Верх железа, а потом оказывается, что нет. Скажи мне, что Горм жив. К сожалению, да. Спасибо. Его день придет. Наверняка в Англии будем мочить его. Не люблю длинные речи. Но любишь их произносить. Многие здесь знали моего отца Хальфтона. Это был великий человек. Его ногу зарыли у нас. Богатый же был тогда урожай. А у нас зарыли его зад. Осталась только грязная речка. Я хочу большего. Создать королевство воинов, какого еще не видел мир. Под рукой одного короля. Единство силы. Мы пролили много крови, сражаясь друг с другом. Сегодня мы объединимся, чтобы покорять новые земли. Лучшего короля, чем я, вам не найти. Я сражался с самого детства. Я вел самое большое в Норвегии войско. Но мудрый король ищет искренних советов. Так что я спрошу, кто из вас против этого союза? Я Буза. Я тебе не враг, Харальд, но и подан твоим не буду. Завтра мы отплывем к другим берегам. Мои земли теперь твои. Жаль это слышать, Хьюр. Твоя жена согласна? Разве не устала от странствий? Слушай, жена стрёмная. Мы с мужем одно целое, король. Когда я с ним, странствие мне в радость. Мне жаль отпускать такую женщину, как ты, Льюфин. А мне нет, она стрёмная. Но я понимаю. Пусть нормы благоволят вам. Мой король, я готов принести тебе клятву верности. Горм, сын Кьотве, ты смеешь здесь появляться? Разве Стюрбьорн и Сигурд не избавили от тебя наши земли? Клан Ворона оскорбил меня, король, моего отца отравили. Его достойная смерть стала предметом насмешек. Баркраут, ты лжешь! Стой, Эйвор, не вмешивайся. Серьезное обвинение, при этом ложное. Мой дядя все видел. Эйвор, сестра Волка, ты убил Кьотви. Это человек. Оклеветал твой клан. Что мне с ним делать? Так это теперь важно убить его, изгнать его, тебе решать. Слушай, давайте я не буду делать из себя убийцу, изгоним его. Изгнать его в дикие места, где любой раб может безнаказанно убить его. Мудрый выбор. Смерть слишком легкое избавление. Горм, для Ворон Корм отныне ты изгнан. И я сам тебя им скормлю, если не уйдешь до полной луны. King Harold,
Король, ты позволишь интересно, это будет иметь последствия? Говори, конунг Стурбьорн. Мой род владел этой землей еще когда сам Один бродил среди людей. Что-то ты загнул, чувак. Мои владения невелики, но оплачены кровью. Победа на Кьотве доказала, что мы не сдаемся без боя. Они такие, да, ну хорошо читают. Все здесь теряли друзей, братьев, сестер, сыновей и дочерей. И меня не миновала эта участь. Пусть тот, кто ищет войны, проходит мимо. Если при Харальде у нас будет мир, я преклоняю колено. Что? Что во имя Хель ты творишь, отец? Провозглашаю мир, Сигурд. Все наши войны окончены. Не, он разумно поступил, я его поддерживаю. Я за. Ты ни слова не сказал мне об этом! Я не отдам никому то, что мое по праву! Тогда войны продолжатся, будут умирать люди, гореть деревни. Ты дурной малец. Мир возможен только с Харальдом. Ты умрешь как Трейл, хмельная скотина в одиночестве, лежа на соломе. Что-то жестко. Жестко, несправедливо. Прости, у него слишком горячий нрав и сердце. Я не сержусь, Ярл Стюрбьорн, я благодарю тебя. Многие боятся перемен, противятся им, но всего есть свой конец. Этому нас учит Рагнарёк. Мы скоро поговорим. Это как удар в спину. Ты знал, что сделал Стюрбьорн? Да, я знал заранее, но я его не принуждал. Он сам принял решение. Потому что он разумный человек. Ты не мечтаешь о славе, Эйвор? Моему клану нужны такие воины, как ты. Так я мечтаю о Вальгале, я следую за Сигурдом, мне неведома моя судьба. Ну, скажу правду. О судьбе я знаю лишь то, что она непостижима, поэтому и не беспокоюсь. Если бы я мог тебя понять, я не доверяю тем, кого не понимаю, а без доверия я не могу. Разумный мужик, еще один. Тебе нечего бояться, король Харальд. Я верна своему брату Сигурду и не желаю тебе зла. Тогда знай, что если вы оба останетесь, и ты и твой брат должны служить мне. Даю тебе день на раздумье. Но поговорим об этом в другой раз, а сегодня будем пировать и встретим рассвет в новом королевстве. Мне нравится это решение. Объединиться, это разумнее, чем куча разрозненных кланов. А разумнее объединиться. Объединенные силы всегда побеждают. Ну, это мое мнение. Орла, вы как считаете, разумный шаг или неразумный? Или король что-то задумал? Нет, он хороший парень. Вначале у меня были сомнения. Но сейчас я понимаю, что парень молодец, политик, лидер и борец. И на этом наше видео кончает. Увидимся в следующей серии, которая, я не уверен, когда она выйдет. Может, уже сейчас, может, скоро. Я просто не знаю, как вот я буду выпускать эти видео, как это вообще будет. Так что, Орлики, бей. Я думаю, еще пару видео до возможности стримить игру я сделаю, потому что, ну, почему бы и нет. И всем пока, до скорой встречи, моя любовь к орлам навечно. Ну, сейчас дождемся катсцены, только и после этого все просто. Я не знаю, можно ли ее на паузу поставить. И загрузка, которая идет 3000-летия. Так, только не говори мне, что оно зависло. Слушай, как же долго грузится, а? Ну да, и мы загрузились просто. Просто в мир. Просто в открытый мир. Моря судьбы. Цвета Харальда спешит объявить эти земли своими. А где цвета? Объявит. Боги, да он метит их, точно щенок. Харальд мод, но он очень умен. Не стоит его недооценивать. Он быстро стал взрослым. И на этом мы как бы до свидания.